Привет, друзья! У микрофона Антик. Мы продолжаем играть в Warhammer 40 000 и проходить кампанию. На стриме мы успели пробежаться по первым четырем миссиям. На четвертой миссии мы включили тяжелый уровень сложности. И там уже пошла такая жара, очень веселая. Мы будем дальше проходить кампанию на тяжелом уровне сложности, потому что так гораздо веселее, как мне кажется. Итак, у нас пятая миссия за орков. Босс Дитстомпа весьма удачно умер, и теперь Горгутс намеревается воссоздать армию орков под своим руководством. Босс, скорее сюда, лом падает с неба. Люди подрались в космосе, и теперь повсюду валится добыча. Великолепно. Именно этой возможности я и ждал. Набрать лома? Нет. Завоевать остальной ваах, кретин. Все главные орки дерутся за право стать новым большим боссом. И каждый прибежит за этим ломом, надеясь получить преимущество. Тогда-то я и побью их всех одновременно. Что-то скоро придет в этот мир. И пока этого не пришло, нужно превратить все в настоящий ваах. Значит, лом тебе не нужен? О нет, лом тоже мой. Отлично. Так, элитные бойцы. У нас в этой миссии доступны по-прежнему только два элитных бойца. Хотя почему по-прежнему? Вроде бы не было штурмовиков у нас раньше, да? Штурмовики добавились. Так, давайте посмотрим. Присутствие штурмовиков Камикадзе... А, нет, Камакадзе. Когда штурмовики активированы, бойцы сходят с ума, укрываются щитом, увеличивают скорость и взрываются после задержки, нанося урон и оглушая врагов в круге. Способность автоматически активируется, когда боец находится при смерти. Прикольно. При смерти они, короче, взрываются. Отлично. Так, доктрины нам армейские пока недоступны. Выбор доктрины полка. Ну, армейские доктрины полка. По-разному их что-то тут называют. Ладно, пошли на задание. После битвы за Форт Гелиос на Кипрус Ультиму падает дождь из металлолома. Горгутс ведет своих парней собирать богатую добычу. Он прекрасно понимает, что его соперники, тоже претендующие на трон Гестомпы, сделают то же самое. Ну что ж, насколько я понял, мы тут против таких же орков будем биться. Вперед, вперед, заберем весь лом, пока не пришли будущие боссы. Ого, вот это красота. И все, да? Окей, поднимаем лом. Найдите в окрестностях лом. Мы уже его нашли. Так, идем дальше. Идем точки захватывать. Нам ресурсы понадобятся всяко. Нормально захватывается. О, тут еще ресурсы есть. Тут тоже валится лом. Блин, что-то он далековато валится. Ладно, рельсы взяли. Строим тогда дозорную башню. О, тут уже сразу ребятки пришли, класс. Ни хрена себе. Блин, мне Гречина немного побили. Так, ну нам сначала вот эту точку захватить, потом уже пойти туда. Я так думаю. Так думаю, будет лучше. Так, Гречин вечно вперед бежит, его сейчас грохнут тут. Лесни, Макса!
Так, башенку построил на всякий случай. Не знаю, пригодится она или нет, но лучше ресурсные точки сразу же защищать. Ух ты. А, нет, это какой-то глюк, что ли? Сказали, что атакуют. Так, ладно, идем дальше. Так, стоп, а ты не хочешь мне все-таки башню-то построить? Еще ресурсы. Добыча. Да, чувак, это добыча. Нормально. Так, давайте-ка машинку построим. Создавать отряды уже поручили. Короче, создавать технику из металлома вроде бы дешевле, да? Нормально. Так, кому еще нужен лом? Сюда летит лом. Горы уменьшаются в размере, это понятно. Так. Сейчас раздадим. Так, стоп, а гречины, может быть... Да, слушайте, может еще построить технику. Офигеть, сколько техники может быть. Но вообще, конечно, солдатам лучше раздать технику, то есть лом сначала, потом уже создавать машины из оставшегося лома. Вот тут так у меня отряды останутся без доспехов. Мы нашли еще лом. Тут уже начинается атака. Ладно. Пошли тогда защищать. Лучше с героем ходить, чтобы уменьшить потери. А, тут стенка была, блин. Хорошо, что эти ребята не по технике нашей стреляют. Блин, там уже на гречинов напали. Вали, вали отсюда, чувак, ты у нас один остался. А, беда, беда. Что за нападение такое? Так, гранаты. Убегают. Ну, черт, они умные, слушайте, от гранат увиливают. Уворачиваются. Все. Разобрались. Так, вот тут нельзя нам строить, по-моему, башни, да? То есть невозможно ни вах башни построить, никаких хибар. Зачем тогда нам ресурсы, непонятно. А, ну ресурсы, в принципе, нам нужны для того, чтобы технику как раз собирать из лома. Ладно, идем дальше. Так, кстати говоря, можно вот этих ребят посадить в машину. Там ведь два отряда, по-моему, вмещаются. Да, два отряда вмещаются в машину. Так, я там никого не забыл, случайно. Типа банка-убиванка. Так, у нас еще герой ломом не обзавелся, и вот эту банку-убиванку тоже надо как-то снабдить. Так, энергии нам не хватает. 50 ресурсов, 88 энергии. Тут вообще 175 энергии. Очень много. Можно, в принципе, подождать, пока энергия накопится, как бы дальше не идти, как вариант. О, но нам подождать не дадут. Катапульта, опа. Вот убегают, да, сволочи? А, пусть бегут. Запногина нам кого-то нужно найти. Не знаю, что за Запногин. Блин, они сейчас это... Твою мать.
Твоюж налево, со всех пять нападают. Давайте машину. Так, расфигачили. Все, точка наша. Это точка наша. Где Гречин? Гречин еле живой, блин. Так, ну хоть, не знаю, банку-убиванку сделать или машину. Давайте машину сделаем. Нам еще вот эту точку надо взять и сюда вот уже идти, да? Так, давайте вот тогда расходим. Ребята, пока тут... Так, слушайте, герой надо взять с собой. Давай сюда. Так, ты что собираешь? А, мы можем смерть этого покруче кое-что собрать. Тут уже опять ходят наши враги, блин, повсюду. Давайте, давайте, фигачки их. Все нормально, мы тут засели. Назад давайте. Так, Гречин еще жив. Гречин. О, нет, слушайте, тут надо вот дальше пройти. Что-то я затупил. Блин, твою мать, куда ты пошла? Они уже бафаются там. Гречин, куда ты пошел тоже? Ладно, тут мы банку, видимо, потеряли. Ох, зря я послал туда. Поторопился слегка. Ладно, сейчас мы разберемся. Ребята, без этого. Все-таки надо было всем отрядом идти, чтобы уменьшить потери. Так, лома больше никому не надо. Кроме машинки вот этой. Все, идем сюда, сейчас будем точки брать себе. Еще две точки ресурсные надо захватить. Потом Гречином построим какую-нибудь технику. Все постепенно. Блин, опять там кого-то встретили, что будешь делать? У нас еще один ответ доступен, штурмовик. Так, снабжение, снабжение. Твою мать. Так, мне надо сюда вот такие вот, сюда таки дойти уже. В какой-то веке. Так, тут потратим опять энергию. А сначала технику построим, потом уже пробафаем. Проулучшаем нашу точку. Калда! Бегайте, Калда! Горе, босс!
Он бы вообще на танк накопить, а? Прикольно же будет. Да, давайте накопим на танк. 144. Так, больше энергию не пробафать без затрат самой энергии. Так что подождем. Ладно, уже чуть осталось. Совсем немного. Но все же можно. А, необходима большая куча лома. Блин, твою мать. Я стою, жду тут. Большой кучи лома нет пока что. Ладно, пойдем вот эту точку захватим тогда. Нет, подожди, вот эту точку надо захватить. Так ты что, строишь или не строишь, я не понял. Да блин. Налево. Так, давайте покрутимся. Все. А, нет, тут не пройдешь. Вот так вот надо лучше. Отлично. Еще одну точку захватили. Теперь надо сюда вот идти. Да все поймут, что ты круче всех. Ладно, надо, слушайте, сохраниться. Потому что опасно так. Это у нас пятая миссия. Сохранить. Нормально. Так, погнали. Точка сбора здесь. Сейчас дождемся эту новую технику нашу. Так, и, кстати говоря, тоже нужен лом, наверное. Сначала лом соберем, потом... Мы тут уже вступили в бой. Так. Ну, в принципе, больше нечего делать. Все. Блин, столько ресурсов, уже их просто тратить некуда, потому что... Лома больше нет, собирать технику не из чего. Так, давайте пока тогда будем двигаться вперед, там уже подтянутся ребятам. Так, понятно. Большая кучка. О, тут что-то жесткое сейчас будет. Горгус, единственный орк, который так туп, что не понимает своего счастья. Так, а вот этого героя мы видели, между прочим, в мультиплеере. Такой там шаман-кастер.
опасный тип. Так. Надо покрутить по-любому. Так, Гречин, Гречин, иди сюда. Нет, никуда нет. Так, куда ты уходишь-то, а? Так он что, исчез? Скотина такая, а? Штурмовика потеряли. Нет, он нифига не исчез, он тут с нами. У него что-то ХП только пропало, почему-то. Фигачки его, фигачки. Кто у него ХП-то, а? Мне нужно отдохнуть, говорит. Фига себе. Ну, может, тоже нужно. О, твою мать, нифига себе, надо валить, надо валить. Валим, ребята, валим. Да блин, двигайся ты, и не пускают. Просто не пускают. Этого фигачить. Бейте, убейте, мы уже всех потеряли. У нас 3 юнита осталось. Может, эта штука взорвется сейчас? Так, убейте зап ноги, мы выполнена задача, отлично. И куча воинов нам присоединилась. Ты босс, с парнями поддержки. Точно, я босс, говорит Горгурс. Офигенно, слушайте. То есть, полагаю, мне удастся сдержать Возмаку? Битва нас измотала, и Возмака как пить дать воспользуется этим для атаки. Если повысить убойность, у наших парней появится шанс. Здорово. Так, повысить убойность, это он, наверное, про то, что надо строить... Ух, наконец-то, слушайте. Наконец-то все можно построить. Надо сохраниться. Защищайте свою базу. Так, скажите, блин, не дает сохраниться. Мне нужна хибара Дака. Чтобы построить еще одну, мне, нам нужны новые вах-башни. Понятно. Хибару Дака. Все, окей, можно сохраниться-то? Блин, слушайте, жесткая миссия. На последнем издыхании мы побили этого... Гипногима, или как его там был. Так, больше парней. Так, и на башне надо оставить ресы. Надо насчет лома тут посмотреть. Тут еще лом есть. Так, вах башни строится, окей. Больше вас башен. Так, лавка... Лавка Мека. Вот эту надо хибару Дака построить. Тут у нас все добывается. С какой стороны они будут атаковать, я хрен знает вообще. Так, у нас все необходимое. Все необходимое для хибары Дака есть. Может быть, отсюда они пойдут? Мародеров позволяет строить. Так, лома больше в окрестностях похоже, что нет. Так, этих, кстати, ребят надо как-то полечить. И все сюда. Подкрепы используем. Подкрепы, подкрепы. Тебе тоже подкрепиться надо. Так, хибару Дака возводим тогда.
и лишние вахбашни не помешают. Еще, кстати говоря, можно гору пушек построить и улучшить свои параметры. Будет тоже хорошо. Так, это у нас танки вроде, да? Танки-убиванки. Надо вообще разведать обстановочку. Где у нас еще есть... Это лом-то тут. Так. Все, вахбашки наконец-то начали металлом производить. Тут пока это строено. Ну ладно, нам, в принципе, с вахбашнями уже не так нужен этот металлом искать. Он у нас будет всегда под рукой. Сейчас главное не провтыкать. Танкобой требует вах. Три уровня, третий уровень предназначен для уничтожения транспорта. Так, он не хочет потерять этот лагерь. Состояние военного лагеря 8 тысяч из 10 тысяч. Окей. Лавку Мека может построить. Мародеры со смертоганами. Давайте парочку возьмем. Кому еще нужен лом? До хрена еще кому нужен лом? На самом-то деле. Так, мало башен не бывает. Плохо, что тут нет быстрого сохранения. Вот они идут уже, да? Понятно, они, короче, через эти точки все идут. Надо было тут эти построить, башни. Капец много. Ох, блин, это всю армию контролить будет сейчас очень жестко. Ой, кстати говоря, надо вахта включить уже, пора бы. Так, ну лучше здесь обороняться, на самом деле, чем куда-то идти. Еще больше. Ох, блин. Ну и фигачки. Это полное мясо, вообще непонятно, что происходит. Еще одного героя можно призвать. Не, походу там был какой-то другой герой. Я думал, что это тот самый. Вроде бы другой получается, да? Вообще кого с башней от этим. Я не скликнул опять. Так, оборона продолжается. Ух, ни малейшего шанса. Основная задача выполнена. Трусливый Мазмака ждал, когда мы устанем драться. Нужно подкрепления нужны для новой стычки. Они не прекратятся сейчас. Я так и не построил эту машину, да? Давайте тут поместимся. Так, мне нужно больше лома собрать. Подкрепление потом еще.
Так, больше стрелков тогда. Где там эта кузница-то была гребаная? Ее уничтожили, что ли? А не вот она. Так, давайте к этому. К баракам надо подкрепы взять. Так, все строится, строится. Слышал, у него вах-знамена, они... дело плохо. Короче, у них, похоже, тоже вах-башня есть, да? О, они там уже заряжаются, слушайте. Ладно, у нас что, вах-башня есть активная? Есть парочка. Нормально. У нас уже тут нельзя построить вах-башню. Бейте вторую атаку. Хорошо. У нас уже ресы кончаются, блин. Так, давайте заряжаться уже. Попробуют подойти. Меня сейчас это здание уничтожит. Блин. Машина едет. Да капец. Вроде наша толпа как бы и не это, не проседает по хп-то, сколько мне видится. Но ведь тут капец много. Это драка, блин. Можно еще раз башню включить. Вроде мы справляемся, так что не буду включать пока. Может быть, даже мы сейчас технику соберем гритчанами. Нет, не соберем. Так, стоп. Можно собрать, да? Нет? Нормально. Отбились. Парни, готовьтесь к третьему бою. Готовимся к третьему бою. Так, еще вот этих ребят, стрелков. Вроде мы особо-то никого не теряем, да? Так. А, у нас уничтожили это здание, блин. Твою мать, на новые ресурсов нет. Ладно, как-нибудь так протерпим. Так, давайте посмотрим, кому еще нужен лом вообще. Собрать. Крепления даже никому не нужны особо. Закройте этот вход. Что значит закройте этот вход? Чего закрывать-то? Нормально, мы тут обороняемся у базы. Подготовьтесь к третьей атаке. Нам лучше у башен держаться, чем разделять свою армию. Я считаю. В любом случае посмотрим. Справимся, справимся, не справимся, так. На то они нужны сейвы. Так, ну и все, да? Все, кому нужен, мы собираем.
Так, горопушу где-то надо тут поставить, чтобы никто не уничтожил. О, они идут, блин. Нормальные случаи не подходят, их сразу скачет. Надо штаб защищать. Тут уже тяжелая техника пошла. Где наши эти ребята там? Защищаем это выстрелов нашим войскам. Вступаем к башням. Блин, а их штаб фигачит. Ладно, пошли сюда тогда. Так, гречи нам получится поремонтировать, нет? Давай, давай, фигачи его. Состояние военного лагеря уже, блин, 4000. Так, ладно. Подкрепы, подкрепы. Они снова идут. Нам нужен вах. Нам нужен вах, черт побери. Гречин хочет отремонтировать здание. Открепы. И мне все-таки нужно эти точки занять. Понятно. Все, я везде поставил вообще. Вот они начали. Начали прибывать. Может, это вообще последний юнит, которого нам надо убить. Да, слушайте, какой-то, короче, последний юнит был, которого мы не убили, и сам Вазмака поленился прийти. И, наверное, возится со своими машинами. Подчините себе племя Вазмаки. То есть, если он сам не покажется, его надо штукоискатель. Опять надо искать его, да? Твою мать. То есть, как бы мы уходим с этой позиции, видимо. Так, короче, расставим, наверное, охрану тут на всякий случай. Так, надо так вот сделать. Этих сюда. Этих сюда. Все, остальных можно вести в бой.
Так, гречины. Дракушек. Так, Юми, это улучшалка-то была. Опять у меня улучшалку эту уничтожили, да? Что ж такое же делать-то? Всю карту вообще надо завоевать, и все, нормально. Отсюда уже атаки идут. Сейчас пройдемся по всем точкам опять. Так, чем гречен там? Давайте в третий раз строить эту фигню. Смертодред. Ну, смертодред фигачит. Так, всяко он тут. Тут три точки со щитами. В гадалки не ходи. А почему вот мне еще одну башню построить не удается? Это, конечно, загадка. Так, 75 энергии. Миша, в башню у вас может не более 5. Так у нас вроде бы 4 уже. Или это не то, это уровень. Ладно, пошли тогда. В принципе, тут держится башня. Так, надо сохраниться. Я считаю. Не дают. Блестящий корабль. Труп закопался там. Понятно. Не дали мне сохраниться. Блин, я штурмовик уже полумертвый. Так. Сейчас дадут сохраниться ведь, да? Капец, блин, очередная тяжелая миссия. Очень долгая, на такой сложности. Давай, фигачи его. Сейчас опять, наверное, босса надо будет убить. Горгус, ты еще не сдох? Удивлен? Настоящий босс сам должен увидеть то, что его соперник сдох. Да уж. Походу под щит пошел, да? Ладно. Yeah.
еще прыгает туда-сюда. Так, у меня стрелки есть вообще? Нифига у меня нет. Туда никак не проникнуть. Да, блин, убейте уже этих придурков. Их ведут и идут. Короче, надо всей басоты тут сюда идти, видимо. И без башни нечего соваться. О, слушайте, он проник туда, отлично. Сейчас подмога придет. Давайте, давайте, давайте. Вы мне нужны, ребята. Вроде убили. Ты победил, только не уродное мое прекрасное лицо. Выполнено. Это капец было задание, конечно. Довольно-таки тяжкое. Ну что ж, мы завершили выполнение задания. Давайте глянем, что нам за это все дадут. За все наши страдания. Так нечестно, это я должен был стать боссом. Только я был достаточно симпатичным. Эй, это же не конкурс красоты. Заткнись, вы теперь служите мне. Да-да, теперь ты босс. Ты хоть скажешь нам, зачем тебе это все понадобилось? Точно, большой приз. Думаешь, что такой умный орк, как я, пойдет служить тупице вроде Гистомпы просто так? До того, как я прибыл сюда, я нарыл кучу секретов на помойке под названием Каурава. Один из них — штука, за которую тут сражаются человеки и эльдары. Ты о чем? Давай, выкладывай. На планете Ахерон. Это, видимо, та реликвия, о которой говорили космодесантники. Пятый уровень босс Горгус получает. Там после 8 уровня что-то у них открывается интересное. Это просто черепа. Ну что, круто? Круто. Ну что ж, пятая миссия пройдена. Впереди у нас шестая миссия. Пройдем ее уже в следующем эпизоде. Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если вам понравилось. И если вы ждете продолжения, пишите в комментариях, проходили ли вы эту миссию. И как, насколько быстро ее прошли. У меня на тяжелом вот заняло где-то около минут 50, да, получается. Ну что ж, всем удачки, всем пока.